Приветствую, я Дэри Кокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Мы находимся в серии о христианских основах. Сегодня мы поговорим о том, как развивать уединение с Богом и как нам измениться с Божьей помощью. Вся серия о том, как нам утвердить нашу веру на крепком основании. Люди зачастую знают различные доктрины, но их структура хаотична. Если вы начнете строить дом не по порядку, у вас мало что получится. Нужно строить от основания вверх. Это то, что мы хотим сделать, утвердить правильное фундаментальное учение в нашей жизни. Фундамент крайне важен. Ключевым для постройки дома является то, чтобы дом был построен на правильном фундаменте. Иначе он долго не простоит, он разрушится при первом же давлении на него. Поэтому мы должны строить дом нашей жизни на скале, на твердом основании, на том, что надежно и непоколебимо. Библия говорит, что эта скала — сам Иисус. Помните, когда Иисус спросил учеников, «За кого вы почитаете меня?» И Симон Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И Иисус ответил ему на это, «Блажен ты, Симон, «Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Здесь идет игра слов, потому что само имя Петр означает «маленький камушек». Иисус говорит «на сей скале». Это слово «Петра», что значит «огромная скала». Он говорил о себе. «На сей скале я построю церковь мою». То есть мы должны строить свою жизнь на скале, на самом Иисусе. Это и случилось с Петром. Сам Бог открыл ему это. Он открыл ему, кто такой Иисус, Сын Живого Бога. Это открылось и нам, и мы приняли это откровение и верили в себя Ему. Когда мы приняли Христа как Господа, мы сделали первый шаг, чтобы начать строить жизнь на правильном основании. Мы приняли скалу, чтобы начать на ней строить нашу жизнь. Это процесс, но фундаментом является сам Христос. В послании к Коринфянам сказано, «Ибо никто не может положиться другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И теперь мы должны строить на этом основании свою жизнь. Мы получили спасение души и теперь должны строить на этом основании свою христианскую жизнь. Библия говорит, что для этого мы должны быть послушны, подчинены определенным фундаментальным учениям. Точно так же, как дом строится снизу вверх, так же и мы должны сначала утвердиться в этих фундаментальных основах, чтобы потом добавлять к ним и другие откровения. Но для начала у нас должны быть правильные фундаментальные доктрины, основные доктрины Христа. Для того, чтобы идти вверх дальше, нужно для начала быть послушными этим основам. Мы читаем об этих основах или начатках учения в послании к евреям 6 главе 1 стихе. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству зрелости, росту, и не станем снова полагать основания. И он описывает некоторые фундаментальные доктрины. В этой серии мы обсуждаем эти основы, потому что нет смысла идти дальше к чему-то высокому, если не утвердиться в основах, фундаментальных доктринах в вашем сердце и в вашей жизни и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Здесь, как вы видите, мы насчитали целых семь пунктов. Первые два пункта являются фундаментальными и крайне важными. Это обращение от мертвых дел и вера в Бога. Это ядро наших отношений с Богом. Для того, чтобы строить всю нашу жизнь на Христе, мы должны возрастать во времени провождения с Богом, познавая Христа и любя Его, когда наши корни веры глубоко прорастают в Бога, и когда мы отвращаемся от прежнего образа жизни, когда мы зависели от себя. Для того, чтобы реализовать эти фундаментальные доктрины веры в Бога и обращения от мертвых дел, мы должны развивать глубину отношений с Богом. Вся христианская жизнь сконцентрирована на наших отношениях любви к Богу, на общении с Богом. С нами был заключен Новый Завет, согласно которому мы принимаем любовь от Бога и отдаем свою любовь Ему. В этом и заключаются отношения Нового Завета. Потому что внутри самой Троицы тоже отношения любви. Отец. Сын и Дух Святой любят друг друга. В какой-то степени Новый Завет вводит нас в эти отношения любви внутри Троицы. Заповедь Нового Завета — «Возлюби». «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим». Если мы используем романтическую аналогию, то что же означает «любить кого-то»? Вы хотите проводить время с этой личностью, развивать близкие отношения, Хотите наслаждаться его или ее компанией. И поэтому, если мы любим Бога, мы хотим углубляться в своих отношениях с Ним. Мы будем проводить время с Ним, будем слушать Его и говорить с Ним. И на самом деле, вся наша христианская жизнь и любовь к людям — это отображение того, что мы любим Бога. Мы пускаем корни в Бога через то, что молимся, прислушиваемся к Его голосу, изучаем Его Слово. Именно так мы возрастаем в вере в Бога и углубляем наше обращение от мертвых дел. И вот когда мы возрастаем в вере в Бога и учимся обращаться от мертвых дел. Часть нашей любви к Богу в том, чтобы читать Библию. Когда мы открываем Библию, мы должны просить Бога говорить к нам через нее. И Бог будет говорить с вами через свое слово. «Боже, покажи мне какой ты, что тебе нравится и чего ты желаешь. Покажи мне, что не угодно тебе. Я хочу знать тебя лучше и познать твои пути. Откройся мне. Если вы будете искренни с Ним, Бог будет говорить с вами». Поэтому каждый день уделяйте время на то, чтобы читать Библию и просите Бога говорить к вам через нее. Я лично считаю, что лучше начать читать Библию с Евангелия от Иоанна. Хотя бы по одной главе в день. Пусть это будет частью вашего времени, проведенного с Богом. Раньше мы называли это тихим временем но не обязательно, должно быть тихо. Вы можете громко взывать к Богу. Главное — быть с Ним. Найдите для себя перевод Библии, который вам более всего понятен. Я использую новый перевод Библии короля Иакова. Найдите обетования Божии в Библии, они станут вашими. И также ищите заповеди, что Бог повелевает вам делать. Это тоже послужит вам только ко благу. И когда вы точно поймете, чего желает от вас Бог, делайте это. Это тоже часть ваших отношений с Богом. Когда вы открываете для себя волю Божию в основном через Его Слово, Он никогда не поведет вас путем, противоречащим Его Слову. Он осветит своим светом то в вас, что Он хотел бы, чтобы вы изменили, в чем Он хотел бы, чтобы вы покаялись и исповедались перед Богом, прося Его простить вас, а вы познаете Его Слово и будете общаться с Ним через Слово. И также уединяйтесь, общаясь с Ним». Он ваш лучший друг, он любит вас. Рассказывайте ему все, что у вас на сердце, делитесь с ним, приходите к нему в молитве и просите помощи. Он открыт для вас. Вот хороший акроним для вашей молитвенной жизни. Сначала буква П. Прославляйте. Но перед тем, как мы разберем весь акроним, я хочу прочитать вам послание к Филиппицам. Четвертую главу, шестой стих. Там сказано, не забудьтесь ни о чем, не ведите диалог с вашими сомнениями, страхами и тревогами, но общайтесь с Богом даже о ваших проблемах. Но всегда в молитве и прошении... С благодарением. Открывайте свои желания перед Богом. Итак, давайте приступим к акрониму. Буква П. Прославляйте. Начинайте вашу молитву с хвалы Богу. Прославляйте Его. Говорите Богу, как Он прекрасен и как велика Его чудесная любовь к вам. Вторая буква акронима ⁇ это буква И. Исповедуйте свои грехи перед Богом когда вы знаете, что совершили что-то плохое. Не нужно копаться в себе и что-то искать. Но если вас обличает ваша совесть, бегите к Богу и исповедуйтесь пред Ним. В первом послании Иоанна 1.9 говорится, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если вы согрешили против того, Кого вы любите? Вы хотите исправить это, восстановить отношения. Поэтому, согрешив против Бога, вы хотите примириться с Ним, восстановить ваше близкое общение с Ним. Третья буква акронима ⁇ это буква Б. Благодарите Бога. Признайте, что Бог является источником всякого блага в вашей жизни. Не принимайте его как должное. Никогда не принимайте за должное тех, кто вас любит. Цените их за все то, что они делают для вас. Убедитесь, что ваше сердце благодарно Богу благодарите Его за все, что Он уже сделал для вас и за то, что Он еще сделает. Благодарите Его за ваше спасение. Четвертая буква акронима, буква Х, означает ходатайство. Не будьте эгоистичны. Молитесь к Нему. Конечно же, за свои нужды, но также и за нужды других. Молитесь о вашей стране, о вашей церкви, о вашей семье и друзьях молитесь о спасении людей, ходатайствуйте пред Богом, открывайте пред Ним свое сердце, говорите с Ним, как с вашим Небесным Отцом, который любит вас. Будьте искренне открыты для того, чтобы Он вас менял. Конечно, вы можете молиться в любое время, но хорошо, если вы установите для себя определенное время для молитвы, чтобы вас ничто не отвлекало, и вы могли сконцентрироваться на Боге. Это самое важное время в вашем дне. Итак, через чтение Слова и молитву мы приближаемся к Богу и учимся жить с Ним, углубляться в жизнь веры. И в это время, когда мы в святости проводим время с Богом, Он умывает нас от нашей прежней жизни, и мы можем каяться пред Ним в мертвых делах и прежнем стиле жизни. Мы принимаем новый образ жизни во Христе. Итак, наше время с Богом состоит из молитвы и чтения Слова. Наше время с Богом также включает наше совместное поклонение в Церкви. Часть нашего почтения Богу — это регулярное поклонение Богу в церкви, которая верит в Библию и почитает Иисуса Христа. Мы должны относиться к этому, как сказано в 121-м псалме. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень». Мы должны с радостью ходить в церковь. Мы начинаем как духовные младенцы. А младенцы сами не справятся. Им нужна помощь тех, кто будет рядом, позаботиться о них и вдохновит их. Мы не можем сами по себе вырасти в сильных христиан. Нам необходимо общение друг с другом, чтобы больше узнавать об этой новой жизни. Христианская жизнь — это жизнь не в одиночестве, а в общении с другими верующими. Мы — семья Божия. Мы — тело Христа. Если клетку отделить от тела, сама по себе она быстро умрет. Мы должны понимать, что Бог создал нас не для того, чтобы мы жили сами по себе, но чтобы были частью Божьей семьи. Один из примеров этого — камин и много углей в нем. Есть история о викарии, пришедшем посетить одного из своих диаконов. Тот не был в церкви уже шесть недель. Они сидели и пили кофе. И диакон ожидал, что его сейчас будут ругать. Но они просто общались. Викарий не говорил об этом ни слова. Но в начале их беседы он достал щипцами один из углей и положил его вне камина на мраморный пол. Беседа продолжалась. В комнате было все так же тепло, но уголь вне камина остывал. К концу их разговора уголь вне камина вообще Это был иллюстрацией того, что когда мы находимся вне общения, когда мы сами по себе, мы постепенно остываем. Уменьшается наша духовная температура, потому что мы нужны друг другу. В конце визита дьякон сказал, «Спасибо, викарий, за столь красноречивую проповедь». Он не сказал ни слова, но обо всем сказала иллюстрация. Также я вспоминаю, что сказал Петр в первом послании Петра, Пятой главе, восьмом стихе трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вы знаете, что животные защищаются от таких хищников, как львы, тем, что ходят большими группами. В этом их безопасность. Когда они все вместе, они больше защищены. Но если кто-то отделился от своего стада, от своей группы, лев с легкостью нападет на него. Тогда он становится легкой добычей. Поэтому будьте частью общения, будьте частью поместной церкви. Как сказано в послании к евреям, 10 главе, 25 стихе, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Даже в первом веке люди отступали от веры, переставали посещать церковь. Это библейское повеление, а не просто рекомендация ходить в церковь. Это молоко, слово жизни. Мы не можем возрастать, если не будем выполнять элементарных вещей. Люди думают, что могут сами по себе продвинуться в духовные глубины и великие откровения, но молоко Слова говорит о том, что мы должны чтить Бога через то, что мы часть церкви. Во второй главе Деяний описана жизнь первых христиан, когда они приняли Христа в свою жизнь. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Все же верующие были вместе такой. Бог видит и нашу жизнь. Развивая свое время уединения с Богом через молитву, изучение слова и через церковь, мы реализуем первые две фундаментальные доктрины, развивая нашу веру в Бога и раскаиваясь в жизни, которую мы жили вне зависимости от Бога. Это и есть благочестие, когда жизнь ориентирована на Бога, и результатом этого становится святость. Святость ⁇ это наше подчинение Богу, и то, насколько нас контролирует сам Бог. Чем больше наша вера в Бога и отвращение от мертвых дел, тем больше Духа Божьего приходит в наши сердца, принося святость и преображение. Именно об этом я и хочу сейчас поговорить о том, как Бог нас меняет. Когда мы входим в Божью славу и проводим время с Ним, Бог изменяет нас изнутри. Он преображает нас. Он превращает. Это греческое слово «метаморфосис». Он превращает гусеницу в бабочку. Бабочка уже внутри. Новая жизнь уже внутри, и она проявляется. Также через рождение свыше мы имеем жизнь Христа, любовь Христа и мудрость Христа в нашем духе. Метаморфозис или преображение ⁇ это процесс, когда новая жизнь внутри нас протекает в наше сердце и меняет нас. И затем это отображается в нашей жизни через наши слова и действия. В наше время уединение с Богом, в личном общении с Ним, мы открываем для Бога свои сердца и позволяем Ему нас преобразить. И затем мы проявляем это через действия в нашей жизни. Итак, преображение — это изменение изнутри, которое проявляется во внешней жизни в наших словах и делах. И когда мы так делаем, меняемся с Богом, в процессе этого мы духовно растем. Я хочу поговорить с вами о преображении. Иисус продемонстрировал свою силу, способную нас преобразить, совершив чудо превращения воды в вино во второй главе Евангелия от Иоанна. Мы эти сосуды с водой. Вода ⁇ наше естественное состояние, наша естественная жизнь. Короче говоря, суть этого чуда в том, что когда Мария сказала Иисусу, что у них закончилось вино, казалось бы, Иисус ответил ей, что еще не настало его время. Он сказал, что мне до того. Но оказалось, что Мария отвечала за организацию свадебного праздника, и она говорит Иисусу о возникшей нужде. Но недостаточно просто сказать Иисусу о вашей нужде. Вы должны отдать в Его руки всю власть над ситуацией. Вы должны отпустить и полностью сдаться в Его руки. Мария поняла, что Он имел в виду, и она тут же сказала слугам, что скажет Он вам, то сделайте. Это показывает нам, что Мария отвечала за праздник. Когда Мария делегировала власти Иисусу, она дала ему право взять все в свои руки. Так же и в вашей жизни. Когда вы родились свыше, вы отдали Богу власть над вашей жизнью. Вы не просто сказали, «О, Бог, я чувствую себя опустошенным». Вы пригласили Иисуса в свое сердце. Вы попросили Его стать вашим Господом, вашим Спасителем и изменить вас изнутри. Вы дали Ему позволение это сделать. И он вошел в ваш дух и превратил воду вашего духа в вино. Также это работает и с нашим преображением, изменением. Мы должны прийти к Богу с верой и попросить Его дать Ему позволение превратить нашу воду в вино. Если вы чувствуете, что в вашем сердце какая-то часть воды застоялась, Принесите эту нужду Богу и попросите Его превратить эту воду в вино. Вы можете предать все это в Его руки, сдаться и попросить Его наполнить вас. И Он превратит вашу воду в вино. Это и есть преображение. Он хочет наполнить ваше сердце своей любовью, своей радостью и миром, если только вы позволите Ему это. И также в вашем духе вы уже прекрасны, потому что внутри вас Божья любовь, в вас Божья радость. Но мы должны научиться высвобождать эту жизнь из нашего духа в нашу душу и сердце. Об этом говорится в послании к римлянам, 12 главе, 2 стихе. Там сказано «И не сообразуйтесь с веком сим. Пусть вас меняет не внешнее давление, но внутренняя жизнь Божья в вас». Сказано «Но преобразуйтесь». Это слово метаморфозис. Преобразуйтесь через то, что ваша внутренняя жизнь выходит наружу. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Когда вы обновляете ваш разум Словом Божьим, напоминая себе, кто вы во Христе, напоминая, что вы новое творение и праведность Божья, когда вы обновляете свой разум через Слово, вы видите Божью любовь. И эта Божья любовь входит в ваше сердце. А сейчас я хочу, чтобы мы прочитали первый стих 12 главы послания к римлянам. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Представьте тела вашим в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Здесь говорится о нашем уединении с Богом, о нашем покаянии и нашей вере в Бога. Нужно отвратиться от образа жизни, когда мы держим все под своим контролем. Нужно подчинить свое сердце и тело Богу, подчиниться Его воле. Начав это делать, вы вводите в действие процесс вашего преображения. Здесь он говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Когда мы подчиняем себя Богу, Его жизнь начинает течь в наши сердца. Глаза нашего сердца открыты к тому, чтобы принять откровение славы, жизни и любви Христа в нас, обновляя наш разум, в то время как мы принимаем реальность, которая позволяет его славить течь в наши души и наполнять их, результатом чего становится наше преображение. Он говорит, что когда вы познаете, кто вы во Христе, вы сможете показать на деле, что есть воля Божия благая, угодное и совершенное. То есть здесь речь идет о ваших делах. Как только вы поняли, кто вы во Христе, в ваше сердце вошла эта новая реальность, и вы сразу можете начать высвобождать волю Божью и делать то, что велит вам Бог, потому что у вас есть на это сила в вашем сердце, и вы сможете проявить совершенную волю Божью. И тогда в вашей жизни высвободится благословение Божие, это процесс преображения. Написано, что когда обращаются к Господу, обращаются в покаяние и вере, тогда это покрывало слепоты снимается. На вашем сердце было покрывало, но Бог снимает его, и вы начинаете ясно видеть, кто вы во Христе. Написано, «Господь есть Дух». Он та динамичная сила, которая все это делает возможным. «Господь есть Дух». А где Дух Господень, там свобода. Дух Божий, попадая в ваш дух, освобождает вас от греховной природы. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Что здесь имеется в виду? Когда вы смотрите в Слово Божие, заглядывая в Него, вы видите, что Его слава сияет через вас, из вашего Духа. То есть, здесь говорится, что снимается покрывало, и вы понимаете, что в вас работает Божий Дух, и тогда происходит преображение. Ваш разум обновляется, и тогда начинает приходить преображение, высвобождается жизнь в вас и Дух Божий внутри вас освобождает вас от того, что вас раньше удерживало. Вы изменяетесь изнутри. Он говорит, что мы преобразуемся в образы Иисуса из славы в славу. В следующий раз мы рассмотрим процесс преображения в послании Иакова, когда речь идет о человеке, рассматривающем себя в зеркале. Он видит себя в слове, как в зеркале, и исполняет то, что видит, и в этом он блажен. Бог желает нас преобразить. Что это означает? Он хочет изменить наш образ жизни полностью, чтобы в наши сердца высвободилась жизнь Божья, вошедшая в нас при рождении свыше. И тогда это будет проявляться в нашей жизни. Вот в чем суть христианства. Не в правилах и не в установлениях, но прежде всего в познании Бога, в Духе, и мы черпаем эту новую жизнь в нас и высвобождаем ее. Так мы становимся сильнее. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наши служения проходят каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл, Хэддингтон, Оксфорд.